We'll be right back.
Годы войны технические данные самолетов непрестанно усовершенствовались. Мессершмитт-262 стал первым реактивным истребителем. Он мог развивать скорость до 100 миль в час, что было значительным шагом в покорении небесного пространства. Мессершмитт-262 превзошел своих конкурентов скоростью и маневренностью. Этот самолет действительно опередил свое время. Немецкие летчики сразу почувствовали свое преимущество в небе и непреодолимое желание рваться ввысь. Но 262-й вовсе не был непобедимым, и он не смог надолго удержать свою позицию в небе.